потом отдашь Зои или если. А что мы долго решили на красную уже это не ездим? Ты что-то не знаешь, Эмиль. Еще у них на втором этаже побудем. Ну, побудем еще. А когда мы туда поедем? Ну, еще пока. Или Марику это подойдут. Угу. Что-то. Ну, отдадим. Пусть он носит. Вон, потом у них... И у меня тоже становятся маленькие штаны. Я тебе... Тебе дам мои какие-то штаны. А Богу ты дам. Или носки. Все? Да. Помочь тебе заправиться? Да. Я вырезала сейчас Грише в школу. В общем, он принес вот такие вот образцы, не вырезанные, да, просто напечатанные на трех листиках. И я все это повырезала. На одном, в общем, был рисунок, но я сложила три листа и вырезала. И вот эти окошки, конечно, было вот такие вот труднее всего вырезать. И еще надо две снежинки, да? Ну, не обязательно. Кто сможет. Это для украшения окон, да, в классе. Вот так, мам, смотри. Наклеим, смотри, сначала одну, потом сразу к этой же другую. Угу. Понимаешь? Ну да. Так, все, я тогда сейчас снежинки. Офигеть, красота. Пойдет вот так две. Смотри, вот так вот будет это, вот так вот лежать. Только не по мне, это пожалуйста. Сверху вот так лепить. Угу. Вот так типа падает. Так будете, наверное, сегодня класс украшать? Мама, что-то, наверное, слишком большие снежинки. Если упадут на это здание, думаю, оно рухнет. Да. Ну, кстати, логично. Угу. Положи все обратно, пожалуйста. Да? Я? Ладно, я сейчас как-нибудь играю. Давай я сама, потому что там елочки, видишь, цепляются. А. На обед я готовлю макарошки. Сосиски. Да, и сосиски варятся. Вот такие бантики Бариллу мы покупали. Так, посолила воду. И вот сосиски. Это вот те вот, которые с курином, с чем-то. Или куриные, или индейки, я уж не помню. Ну что, вот я сегодня даже накрасилась, потому что хочу сейчас поехать, вот не знаю, у меня прям выбор стоит, либо поехать до своей кумы, либо поехать в бау-центр с Сержуней в обед. Так что вот сейчас вот думаю, приготовила макароны, сосиски, нужно, потому что их доесть, не хочется их в морозилку засовывать. А Гриша пока сел в компьютер, помог даже сегодня бабушке с дедушкой на улице, то есть так прям он быстренько выучил уроки. И выучил там какую-то рифмовку по-английскому наизусть. Вот, так что поехали кушать, а потом буду думать, куда. А сегодня ветер, но тепленький такой, не холодно. Все, здесь уже в палисаднике все отмерло. Надо все обрезать, хотя на розочках еще есть бутончики. Сейчас поедем в бау-центр. Собрались, называется. А тут все моргает. Все поднято. Но ничего еще нет. Уже мы, наверное, минута две, да, стоим? А поезда нет. Все, мы уже в бау-центре. Еле припарковались. Короче, тут прямо рабочий день, обед. Остать негде. Да, надо рюкзак взять, наверное. Так, тележку взяли, теперь поехали. Какие классные лампочки моргающие. Они как будто этот шар ведьмы, да, такой? А сколько они стоят? А я не знаю. А где они? Вот это они? 300 рублей. Нет, это... Да, тут вообще такая крутящаяся. Гирлянды. А? Вот это вот синтез? 3 метра, что ли? 300 сантиметров. Но они, наверное, видишь, как этим спадают. А, нет, да. Как
Ну да, 7600, да? Как будто водопад, да, какой-то? Угу. В центре даже костюм Деда Мороза есть. А, вот, снеговичок. Вот Полина же говорит, что Мише нужен. Вот снеговик, 700 рублей. Да, тут прям много костюмов. Красные шапочки всякие. Вот это она? Фискарс, ну да, что такое. 13. Он уже 600 рублей стоит. Раньше 1500 стоил. Новогодняя скидка? Она сразу с ручкой? Ну, она легкая? А нет, она не легкая, она тяжелая. Зато она крепкая. Так что, берем лопату? Угу. Рыхлитель. Ага, краб. Рыхлом затопченная. Ну да, оно не порыхлится. Это нужно рыхлить мягкое, да? С лопатой. И рамку купили, Гриша, на диплом. Что мы тут купили? Еще и галоши. И елочку. Так, что мы купили? Новые ведра. Новую лопату. Орхидею. Автоматы. Это дедушки, да, туда в дом будем ставить. Новые галоши, елочку. Здесь рамки. Давай сначала лопату, наверное, сочинится. Лопату-то мы туда, в салон? Орхидею сюда возьмешь, угу. Чтобы она не влазит. Подожди, я переживаю, куда нам что. Вот, давай, я ее возьму, да? Так еще же пакетик, Сержин. Ну и нормально она в багажник, да? А у тебя, ну да, там же бока, да? Все. Носки? Давай. В общем, я все, уже дома. Ты же не меня забрал, я еще в своей Кумы побывала в гостях. В общем, короче, и умная, и красивая. В Голцентре, и у Кумы. Теперь будем, в общем, кормиться. Все хотят кушать. Привезли мы домой орхидейку, занесли. Занесли вот такую вот туйку я купила. Не знаю, правда, для чего. Мне так жалко, если она погибнет. Но, наверное, она погибнет. Она очень мягкая. Прям очень мягкая. Так, Гриш, можно прикрутить и выключить, пожалуйста, вот этот мультик? Он мне вообще... Ну, пожалуйста. А я нет. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Нет, я не люблю такой мультик. Так, будем сейчас ужинать. Детям сосиски с макаронами. Антош, ты вилку вообще себе взял? Мелким детям. Мелким детям. А большие дети в обед уже скушали свои сосиски и сейчас можно будут... Можно было предупредить, что можно кушать. Сосиски, да, но им ничего. У нас еще осталась балыковая колбаска и ветчинка. Грибочки, которые мы сами мариновали. Антош Сергеевич, что там происходит у вас за любовь? И я тебя люблю. Ты так салфетку и палку еще повернула. Вверх ногами. Антош, и папе вилочку, и мне вилочку, ладно? Ладно. Ладно. Где так, теперь мой Дед Мороз? Мы учим бороду. Верно вылил море слез. Может, он еще в лесу? Ничего мне не понять, надо дальше поискать. Так, теперь дальше, тра-та-та, после была... оркестра ты, да, еще говоришь, там ходил. Там ходила, там была. Здесь была. Здесь, там ходила, здесь была. Нет нигде. Нет нигде, беда, беда. Там ходила, здесь была, нет нигде, беда, беда. Я тут собираюсь вещи сейчас разложить, чтобы был порядочек у нас, да, в гардеробной. А ты что собираешься делать? Вот так делали тогда бокс. Бокс? Да. Или карате? Атке. А как драться на карате так. Надо? Так надо сильненько? Да, Ноль. Давай. Ты, по-моему, не на ту руку одеваешься, Ноль. А эту руку? Угу.
А тебе нравится карате? Да. Ты будешь ходить или нет? Ты еще мама. А когда вырастешь, будешь ходить? Да. А как надо говорить на карате? Где? Ос. Ок. Мам. Тебе помочь? Да. Вот наши новые жильцы. Елочка, я им уже поставила для... тарелочки для воды. Нужно их сейчас полить. И орхидейки. Нужно место. Я, конечно, не помню, но мне кажется, у нас ярко-белая есть. Есть еще вот такая вот, как далматинец, вот такими пятнышками. А вот такой вот с такими серединками, по-моему, нету. Мне так кажется. Я тут всю посуду сейчас перемыла. И, кстати, хотела сказать про вот эту вот пленку, которую я купила пищевую в Ленте. Она очень здоровская, потому что на ней есть насечки для отрывания. Вот как здесь показано, то есть в нескольких местах, как будто на туалетной бумаге Зева, да, для ровного отрывания, то есть не нужно ее драть, непонятно каким способом, и она ровно отрывается. В общем, здоровская, прям очень хорошая пленка.